Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как зайти в тестовый режим на устройстве Asus Zenfone Max M2. Для этого вам нужно открыть калькулятор и ввести здесь секретный код. .1234.5 плюс равно. И мы попадаем в тестовый режим телефона. Здесь мы можем провести тест всех таких функций телефона, как сенсор, Bluetooth, Wi-Fi, батарейка, сим-карты, GPS, отпечатки пальцев, камера и все остальные функции телефона. В этом меню Single Test можете провести их по очереди или же запустить полный тест всех функций и проверить их работоспособность. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.